Вот Фантик. Он пришел мыться. У нас есть такой вот лошадиный душ. И сейчас Елена Львовна будет его купать. А ведь тепленькая. Красота. Водичка тепленькая. Ой, хорошо. Давай. Промойте гриву. Вы когда-нибудь пробовали? Фантик оделся к зиме в настоящий мех. Ой, как с гуся вода. Потрясся. Потрясся. И весь обтек. Потрясся. Ой, ту Фантику промочу. Скажи, друг мой, а голову будем мыть, нет? Голову. Ой, голову мы не очень любим мыть. Мы будем обманом, вот так потихонечку. Потихонечку надо. Хоботом шевелит. Хвостик. Постирайте Фане хвостик. Приятно зимой принять теплый душ. Вот эту шампуньку развели водичкой. И теперь намылим Фантика. Думаете, легко отстирать такого лохматого Фантика? Ой, вот тут нравится, да, вот тут хорошо. Ой, хорошо так. Ах, тебе тоже почешет, хочешь? Давайте я вас тоже почешу. А почему вы не намылились? Не намылилась, извините. Извините, я не намылилась. Головомойка. Ой. Пар идет. Водичка теплая.
Теперь вытираемся. Это такое лошадиное специальное полотенце. Ну, хотя фантика можно вытереть и просто махровым полотенцем. А для больших лошадей люди придумали вот такую интересную штуку. Очень эффективно, скажу я вам. Ногой не поможет, нет? Отряхнись. Ну, тщательней, Фань. Это все? Хватит. Уже отжали. Вот. Теперь одели в попонку и будет сохнуть.